Мы рады вас приветствовать, дорогие наши друзья, на нашем канале. Сегодня рано утром нам сообщили очень печальную новость, от которой до сих пор не может успокоиться вся страна. Многие из вас любили российского актера Александра Дьяченко. Многие слышали о нем, что он много раз попадал в аварию, много раз его госпитализировали в больницу, но сегодня о нем сообщили весьма ужасную новость. Нам стало известно, что актер Александр Дьяченко на данный момент находится в одной из больниц города. Он поступил тогда еще в 5 утра. Что же с ним случилось, пока никто не знает и никто не хочет говорить. Лишь спустя некоторое время один из близких друзей Александра Дьяченко в тишине рассказал нам всю правду. Оказывается, Александр Дьяченко ночью был сбит неизвестными на стоянке, когда он ставил свой автомобиль после ночной съемки. Уже оттуда охранники стоянки вызвали скорую помощь, и Александр Дьяченко был доставлен в одну из больниц города. Как это все произошло, пока никто не знает. Мы продолжаем следить за развитием этой трагедии и будем надеяться, что полиция во всем разберется. Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал, ведь только таким способом вы сможете увидеть свежий выпуск на нашем канале. До скорых встреч. Будьте всегда с нами на нашем канале.